Это Левона Ганеза. Лена Перова. И Михаил Швыдбой. Этот закон давно известен и интересен. Мир без песен, но если надо, то идет с утра. Надо, чтобы люди точно знали, нет оснований для печали. Завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и бой, проснись и бой. Попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризит успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Бой засыпает, бой во сне, проснись и бой. Капризит успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Бой, засыпай, бой во сне, проснись и бой. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте все! Спасибо, что вы пришли к нам в студию на нашу программу. Спасибо, что вы будете смотреть нас по телевизору. Не жалейте воскресного времени. Ну, оторвитесь немножко от стирки, глажки, уборки и даже общения с близкими. Попойте вместе с нами, и за два часа вы поймете. Жизнь прекрасна! Урок сольфеджио. Музыка Георгия Кацинасиуса. Русский текст Владимира Лугового. Впервые эта песня прозвучала в исполнении ансамбля «Синяя птица». Эта песня в 77-м, да, в 77-м году, вы слышите ее в записи, 78-го года, была одним из победителей Евровидения тогда. Она была то ли на 4-м, то ли на 5-м месте. У нас были поэты, и Владимир Луговой один из них, кто потрясающе переделывали, делали такие кавер-версии. Он писал, вот если вы слышите музыку Бонни М, скажем, или Бакары, это стихи Владимира Лугового. Совершенно точно. И это тоже произведение написал он. Песня «Урок сольфеджио» появилась в 1978 году. В 1978 году гора Комсомольская взята под охрану Горно-Алтайской автономной области. Ну, не потому что она была комсомольская, а потому что там растут реликтовые виды деревьев. Совершенно замечательные, удивительные красоты гора. В Тульском краеведческом музее впервые прошла выставка «Тульский самовар». После этого люди еще раз убедились в том, что в Тулу со своим самоваром ездить не нужно. А в Лос-Анджелесе тем временем начался сбор средств на капитальный ремонт памятника истории и культуры, надписи «Голливуд». Ну, очень интересный аукцион был. Шел аукцион за каждую букву. И люди покупали право спонсировать реставрацию каждой отдельной буквы. Это было достаточно дорого, на самом деле. Это был год 1978. В нашей программе «Жизнь прекрасна» песню «Урок сольфеджио» представляет шоу-группа «Республика». Вперед, ребят! Сапа, сапа, мида, сыпь, мими, мими. Пусть, 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 пусть. Но, папа, папа, сапа, сапа, мида, сыпь, мими, мими.
Республика. Шоу-группа Республика. Можете повторить, как там? Но последовательность нот. Ну, до-фа-фа-фа. Профессор Гитис. До, так, Лена, да. Не устраивай мне экзамена. До-фа-фа-фа, соль-ля. Соль-фа-соль. Ми-до-си-ми-до. Ми-до-си-ми-ми-ми. Ну, в общем, просто, на самом деле. Аплодисменты. Сейчас будем учить. А ты можешь повторить? Я вам такую задачу поставлю. Вот так вот с ними иметь дело. Ребят, страшное дело. Молодежь – это страшная сила. Спасибо, присаживайтесь, а то еще что-нибудь спросите. Итак, урок сольфеджио. Урок сольфеджио – это греческая песня, стихи на которую написал музыку, на музыку греческого композитора, стихи написал поэт Владимир Луговой. Мы поем с Леной каждое воскресенье два раза. Вы поете вместе с нами иногда его стихи. Да, Михаил Ефимович даже хочет включить в завещание просьбу, чтобы вы на его похоронах пели «Проснись и пой». Да, я сказал, что на моих похоронах должны это будет уже... Я официально заявляю об этом, чтобы на моих похоронах играли песню «Проснись и пой». Это без этого я просто... Иначе я встану из гроба обратно просто. Я прошу вас. И поскольку я прошу, мы должны отрепетировать, что вы будете петь у меня на похоронах. Мы молчим, ребят. Вы спойте. Это я уже как бы, а вы уже поете. Этот закон давно известен, не интересен мир без песен. Но если даже дождь идет с утра, надо, чтобы люди точно знали, нет оснований для печали. Завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, проснись и пой. Значит, Володь, правия, поскольку «Синяя птица» — это Роберт и Михаил Болотные, прекрасные братья, замечательные музыканты, а в «Синей птице» многие играли. Тогда было очень модно вообще создавать «Виа». Тогда вообще без, скажем, ни один ансамбль, который создавался в школе, который создавался как самодеятельный коллектив, он не обходился без песен именно «Синей птицы», потому что это была основа, так же, как люди учились на гитаре по определенным мелодиям, так же и люди учились играть в вокально-инструментальный ансамбль исключительно по песням из репертуара «Синей птицы». Причем это продолжается по сей день. Это мы видим даже на предмете молодых исполнителей. Они, если хотят что-то такое неординарное, они туда ныряют, достают песенку, исполняют. Так что, ну, «Синяя птица» — это классика, короче. Володенька, что ты споешь нам? Да что хотите, то и споешь. Милый, ну... Единственное, у меня к вам, Михаил Ефимович, предложение. Я понимаю, что ваше вот это предложение приходить к вам, вы даже не назвали место и время, я не знаю почему. Давайте мы лучше каждый год к вам на день рождения будем приходить и петь эту песню. Потяните такой коллектив, Михаил Ефимович. Запросто. Принять все, вас предлагаю поаплодировать Михаилу Ефимовичу. Одно другого не исключает. Все-таки, иначе это шутка, она мне не нравится. Мы можем репетировать каждый год. Ну, а потом... Я не знаю, мы сейчас с Олегом сориентируемся в пространстве. Собственно, уже сориентировались. Все поешь, ты хоть скажи людям. Сейчас поймем. Главное в песне – это начать, понимаете? Заходи. Ты мне не снишься, вот уж неделю. Сны пролетают белой метелью. Сны пролетают синие птицы, в облаке тают, как не молиться. Ты мне не снишься, я тебе тоже. И ничего мы сделать не можем. Словно другими стали друг другу. И между нами, и между нами. La 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 la
потрясающе. Спасибо вам большое. Значит, песни из репертуара группы «Синие птицы». Сразу раз и все запели. Спасибо вам огромное. Саше Гуревичу отдельное спасибо. Петь с такими ассами. Значит, объясняю популярно. Я внимательно слушал эту песню Маркина. Я пытался извлечь из нее какой-то такой глубокий смысл. И извлек все-таки, да? Не бойтесь, если вам кто-то не снится. Ну, не снится и не снится. И слава Богу. И слава Богу. Если никто не снится, кого вы не хотите видеть, то это значит, что жизнь прекрасна. «Подмосковные вечера», абсолютно верно. Это одно из самых знаменитых. Песню написали композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Михаил Матусовский. Популярной она стала в исполнении Владимира Трошина. Песня «Подмосковные вечера» родилась в 1956 году. Ну, про эту песню можно много рассказывать, как и про Владимира Трошина, которому в этом году, кстати сказать, 80 лет. Скажу только одно. Песня была всеми принята, как песня глубоко неудачная. Она была написана для фильма «Спартакиаде народов СССР». И все сказали, в общем, не годится. Хотя даже фильм этот документальный не хотели вставлять. Более того, там была еще одна вещь, любопытная по нынешним временам. Песня называлась вообще «Пели про ленинградские вечера». Василий Павлович Лавр-Седой очень упирался и говорил, что только «Ленинградские вечера», потому что снимали еще на студии «Ленинградский» фильм. Но почему-то, значит, поэт сказал, нет, все-таки будут подмосковные, потому что дело в этой спартакиаде, подготовка спортсменов происходила под Москвой. И так она стала подмосковной. Сегодня могли бы петь «Ленинградские вечера». В общем, тут есть возможности, масса и вариантов. Во всяком случае, в 1957 году, когда был первый фестиваль молодежи и студентов, эта песня стала визитной карточкой этого фестиваля и стала необычайно популярной не только в России, но и во всем мире. В 1956 году Государственная Третьяковская галерея отметила свое столетие. Ребят, мы умеем считать, значит, в этом году она отметила свое 150-летие. И, кстати сказать, был очень хороший год у Третьяковки, очень много хороших выставок и очень много замечательных событий. Именно там можно найти настоящее искусство. Это шутка. Она процитировала Фаину Георгиевну Раневскую скрыто. Фаина Георгиевна Раневская много путешествовала из театра в театр по Москве. Ну, а там была актриса, тут была актриса. Ее однажды на одной телевизионной передаче спросили: «Фаина Георгиевна, что вы делали? Почему вы переходили там из театра Пушкина в театр Моссовета?» Того? Она говорит: «Я искала настоящее искусство». И интервьюер, думаю, сейчас она скажет, в каком театре она нашла, говорит: «А где вы его нашли?» Я сказал: «В Третьяковской галерее». Да-да, извини. Это я сама вас, так сказать, вынудила. В 1956 году в Подмосковье основан город физиков Дубна. Хороший город, кстати сказать, и для искусства. Там всегда было много артистов выступало, певцов. Когда в Москве было нельзя, в Дубне было можно. Это был год 1956. В нашей программе «Жизнь прекрасна» песню «Подмосковные вечера» представляет Полина Гагарина. Даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Песня
Полина Гагарина, куда уходит? Трудно петь такие песни, которые поет весь народ. Хочешь что-то свое внести туда, да? Конечно. Но на самом деле хочу открыть маленький секрет. С этой песни началась моя карьера. Я шучу. Но на самом деле мой прадедушка, когда я жила в Саратове, начал играть мне эту песню. Также поставил мне слова, потому что никогда никаких слов не знаю. Вот. И я ее начала петь. И все заметили, что я даже попадаю в ноты. И поэтому... И решили, что ты будешь петь. Решили, что я буду певица. Молодец! Полина Гагарина, спасибо. Спасибо. Присаживайся, пожалуйста. Так, ребят, теперь я думаю, что мы напомним, естественно, Лёва, напомним, что да, мы пели «Подмосковные вечера» Василия Павловича Соловьёва-Седова и Михаила Матусовского. И теперь, значит так, я прошу на роли дедушки Полины, значит, Саш Гуревич, возьми микрофончик. Боре Грачевскому дайте микрофон, да? Ребят, да? Так, значит, нам по-простому. Нам теперь сыграйте куплетик по-простому, вот как дедушка ее учил, да? Сейчас прадедушка или дедушка, Полина? Это вы скорее подходите на роль. Прадедушка, да. Так, ребята. Нет, я не могу упустить случая, Володька. 3-4, только да, шувай. 3-4, так побыстрее только. Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло. Прадедушки, привет! Мы должны были... Вот так пели прадедушки, так поют теперь про внучки. Борис Грачевский, сказать... художественный руководитель Ералаша. Ну, что его представлять? Бессмысленно. Спасибо. Я хочу сказать, что это была действительно бомба, песня, которая ворвалась со страшной силой. Такого я вот, так сказать, несмотря на то, что мне было мало лет, я был потрясен. Дело все в том... что в те времена количество пьяных, которое болталось по Москве, где я жил, и по Подмосковью, было что-то страшное. Были такие «Голубой Дунай» или «Шалман» звали, вокруг них они валялись, а дальше они так вот размахивали от одного конца улицы к другой, и они орали «Шумел камыш». Запоров потрясающий романс. Но... И они стали петь «Подмосковные вечера» чудовищными голосами. И сразу все поняли, что жизнь прекрасна. Горланя жуткими голосами. И Василий Павловичу сказали, а вы знаете, что вашу песню стали петь вместо «Подмосковных вечеров»? Вместо «Шумел камыш». Вместо «Шумел камыш», простите. Вашу песню стали петь вместо «Шумел камыш». Он сказал, если моя песня проживет столько, сколько живет «Шумел камыш», я буду счастлив. Ну... Так сказал. И она прожила и пережила намного больше. И я говорю, что от этой песни, вот я слышал, как ее исполнял Вэн Клайберн, или как у нас тогда говорили, Ван Клиберн. Нет, да. Его звали Вэн Клайберн, да. Но его
Ван такой, китаец Ван. Он играл потрясающе. И огромное количество, столько аранжировок, сколько у этой песни, наверное, ни у кого нет. Но это действительно, когда-то была, значит, «Катюша» и «Подмосковные вечера». Ее, ну как, подвинула и встала на первое место. Потому что это действительно фантастическая песня. Да, и как все многих... талантливое, конечно, сразу не было принято, как и потом Тухмановскую «День песню. Победы». «День да. Победы» тоже с документальной картины также выкинули, она также валялась. Спасибо. Борис Грачевский, я попросил бы нашу коллегу с Сашей Гуреевичем, телеведущую канала «Домашний». Эйс, скажите несколько слов, дайте микрофончик. Да. Вы знаете, песня «Подмосковные вечера» для меня знаковая, и не только для меня. Как вы помните, в Советском Союзе было такое иновещание, то есть радио вещало на все языки мира. Оно осталось здесь? Оно осталось, но уже не в таком масштабе. И на тайский язык тоже. И приглашались специалисты с семьями, чтобы люди вещали все-таки на своем родном языке, иностранцы, дикторы. И все мы жили, вот моя семья, в детстве я приехала, мы жили все в одном доме. Это был такой иностранный дом. Он был очень дружный, потому что нас объединяло то, что мы все на чужбине. Нас объединял великий, могучий русский язык. Мы все могли только на одном языке говорить, потому что были и индусы, и монголы. И еще нас объединяла вот любовь к русским песням. Все дети, вот как ни странно, любили «Катюшу», но взрослые обожали «Подмосковные вечера». Просто садились вечером, приходило много народу, двери вот в мой дом всегда были открыты. И с разным акцентом, с индийским, с чешским, с болгарским, с монгольским, пели «Подмосковные вечера». Это было удивительно. И до сих пор все, кто уехал, и студенты, иностранцы, когда собираются вот в Бангкоке у меня дома, мы обязательно поем эту песню. Эйч, ну ладно, ну спойте куплетик. А вы прекрасно говорите вы знаете, на русском языке. Я пыталась, честно говорю, перевести эту песню на тайский язык. Вот уже на подстрочнике я запнулась и поняла, что человеку, который не жил долго в России, не знает русских, ему очень трудно понять, что такое речка движется и не движется. Слышится и не слышится. Вы понимаете, она или слышится, или не слышится. Эй, да. Из-за этого, кстати сказать, Бернес сказал: ребят, я эту песню петь не буду. Что ты, милая, смотришь искоса, это я не могу спеть просто. Да, да, да. Низко голову наклоняющий, знаешь? Да так, немножко. Да, и получилось. Не получился перевод. Ну, очень маленький. По-русски спойте. Или по-тайски. По-тайски, да? По-тайски спойте. Кавер-версия. Спойте по-тайски, мы вам поверим. Кавер-версия это. Да. Ну, я прошу прощения, очень плохо пою. Наям камоско митасиепнау. Арун протян маамла. Майми ван каутяй. Ватян ракенай, подмосковные вечера. Спасибо. Спасибо, господа Эйс. Спасибо большое. Я Николая Круглова попрошу. Коль, возьми микрофон. Это олимпийский чемпион по биатлону в Турине. Ребят, поаплодируем. Спасибо, но я... Спасибо, я хочу только немножко поправить не олимпийский, ну, призер. Серебряный призер. Но да. С годами проходит, стирается, знаешь. Как пишут лауреаты конкурса Чайковского. Не помнят, какая первая и вторая премия. Лауреаты и все. Безусловно. Вот сейчас много слов было сказано об этой песне, да, «Подмосковные вечера». Вот у меня почему-то сразу такие ассоциации возникли. Вот как раз именно с Турином, да, когда, представляете, ну вот месяц спортсменам приходится жить, ну, можно так сказать, каких-то таких... спартанских совершенно условиях, каких-то там чуть не казармах практически, олимпийской деревни, да, и буквально не хватает времени абсолютно ни на что, понимаете, то есть даже телевизор времени нет посмотреть, потому что где-то тренировки, соревнования, за кого-то съездить поболеть и так далее. И вот иной раз вечером где-то сядешь, думаешь: господи, ну как же я хочу домой-то, а? Ну вот бы мне вот сейчас буквально на час, да, вернуться там, в Подмосковье, кому-то там на Камчатку, в Сибирь к себе, да, посидеть вот около печечки, там, пообщаться со своими родными, знакомыми. И я думаю, что, наверное, вот только в эти моменты понимаешь истинный смысл песни, да, и понимаешь, насколько наши российские песни душевные и с таким вот действительно огромным смыслом, наверное. Спасибо, Николай Круглов. Ребят, я чего прошу, поскольку мы вышли на такую
практически интернациональную тему. Я думаю, что надо спеть песню еще одну Василия Павловича Соловьева-Седова. Старшие помнят, младшим мы дадим текст, которая тоже была интернациональная. Помнишь, была песня «Если бы парни...» Ну, помнишь. Ее пели довольно много, Боря. Она не так популярна, но ты помнишь сейчас. Сейчас встанем, как люди. Ты же помнишь. «Если бы парни всей земли вместе с народом однажды могли, было бы весело в компании такой, хочу сказать, поскольку, ну не уходите, поскольку все парни здесь собравшиеся, а также сидящие в этом зале и у телевизоров, они вообще в принципе за сердечность встреч, понимаете? А если парни за сердечность встреч, то это значит, что жизнь прекрасна! Тутти Джорна. Повседневные истории. Эту песню написали Маурицио Фабрицио, Гвидо Морро, Рикардо Фолли. Рикардо Фолли был ее первым исполнителем. Песня «Повседневные истории» написана в 1982 году. В 82 году прошло уже 3 года с тех пор, как эта команда познакомилась. И они с рядом других певцов запустили на мировую арену, я бы сказал, тот стиль, который называется итало-диско. Это и Челентано, это много певцов итальянских. Итальянская музыка как бы обволакивала весь мир. И вот эта команда была одной из тех, которые сочиняли эту прекрасную музыку. В 1982 году лидером советского проката стал фильм Татьяны Лёзновой «Карнавал». 31 миллион зрителей, а Ира Муравьева, тогда еще артистка любимого мной Центрального детского театра, он называется теперь Российский академический молодежный театр, стала лучшей актрисой 1982 года. Фильм сняла, надо сказать, Татьяна Лёзнова, которая, как вы знаете, сняла еще и фильм «17 мгновений весны». А в Париже тем временем в 1982 году впервые показана коллекция японских модельеров. Женщина, внимательно слушайте. Эта коллекция совершила переворот тогда в мире моды. Это к нам относится вполне, не то, что там Париж, Япония, вполне относится. Лен, полотно, натуральная шерсть. Вот тогда японцы привезли натуральные материалы и вернули их в большую моду. Это было довольно неожиданно для всех, когда потом французы стали этим заниматься. И тогда вот натуральные ткани вошли в моду. Опять. В Лондоне на аукционе Сотби музыкальная рукопись композитора Игоря Стравинского «Весна священная» продана за 330 тысяч фунтов стерлингов. Это самая дорогая продажа. Больше, за большую сумму никто музыкальных рукописей никогда не покупал. Купил Отто Хаас для одной бательской коллекции. Действительно, это была покупка века, сенсационная. Это был год 1982. В нашей программе «Жизнь прекрасна» песню «Story di tutti giorni» представляет Мурат Насыров. Story di tutti giorni, vecchi discorsi sempre da fare. Story per me sulle pantine è la testa di un letto film. Story di noi brava gente che fa fatica, se ne amore con niente, vito di sé, ma il me grandi
Браво, спасибо. Мурат Насыров. Мурат у нас, кстати, знаток итальянской. Мультиграция, это называется. Мультиграция. Да. Мурат знаток итальянской эстрады. Мурат знаток итальянской эстрады. Мурат, да. Скажи, что такое итальянская эстрада и чем это отличается от соли мио, например? Ну, можешь объяснить? Всем. Я просто конкретно про эту песню хочу рассказать. Дело в том, что когда 82-й год был, я впервые влюбился по-настоящему. Это было непередаваемое для меня тогда чувство. И тогда как раз мои родители приобрели пластинку «Кругозор», где на одной стороне была story, на другой... Это в журнале были пластинки? Ну, такая давай. Песня не была. Ну, уж но начал петь, уж давай. Тогда повыше. У нас такая простая... Make you bury the boy on listen some more. Per nada faccio non li fanda per me. E sbaglia tutto la flamido di siero. E perdonaccio coro con sodomì. E per malinconia. E de per interi. Ti lascia d'occuno. Мурат Насыров, присаживайся пока. Спасибо. Итак, «Стори ди Джорно», итальянская песня, исполненная Рикардо Фолья в 1982 году. Ребят, я думаю, что самое время все-таки поговорить немножко об итальянской песне. Жень, я говорю, диджей Грув, я не знаю, как тебя называть. Как угодно. Да, про итальянскую поговори песню. Можно Евгений. Можно просто Евгений, гений, как да. хотите. Гений, Евгений. Ты Евгений, я не Евгений, Женя, как Женечка. Известно писал один поэт другому. Да, да, ну старые люди помнят, так что я продолжать не буду. Да, говори. Я, ну, что сказать, я просто помню эти времена, когда еще уже в школе делали дискотеки, как ворвалась вот эта, вот, наверняка все помнят, вот The Best of Italo Disco Hits. Ворвалась просто огромными своими этими пачками. Первый, второй, третий, четвертый выпуск. Можно было все играть вообще абсолютно, в том числе и эту композицию. Вообще сколько угодно. И дискотеки, если ты крутил эту музыку, а тогда это было с кассетников либо с бобинных магнитофонов, ты вообще просто был... Если у тебя был этот сборник последний, ты был просто богом вообще. Все приходили на твои дискотеки. На 19-й скорости, да. Да, да. Спасибо. На 78-й. Спасибо, диджей Грув. Диджей Грув, он же Евгений. Коль, ты в Италии же был, ты же практически чемпион итальянских игр. Что в Италии пели в это время? Но самое интересное, что вот отметил то, что ни по радио, ни где-то в каких-то компаниях я в принципе не слышал итальянских песен. Потому что да, безусловно, там популярные хиты европейские, тату просто взрывало публику там однозначно, да, всю Италию, по-моему, вообще. Но так, чтобы вот какую-то итальянскую вещь услышать где-то, только честно говоря... Только пара ТРФМ, видимо, какому-нибудь итальянскому. Видимо, да, несмотря на то, что у нас популярны все-таки эти песни, да, и мы знаем и поем иногда даже эти вещи, да, и вот было на самом деле странно, почему же они не помнят. Или, может, и надоел быть, просто, видимо. А может быть, просто надоело. Да. Спасибо, Николай Круглов. Но Саша Гуревич, Александр Гуревич, руководитель студии, телевизионный ведущий. Ты помнишь итальянские песни? Я, на самом деле... Ребят. Это, видимо, реакция на слово «ведущий». Спасибо. Я помню, потому что я играл во всякие КВН-подобные игры в те времена. И вот то, что называется кавер-версии, мы просто не знали, что это так называется. Мы вот все писали какие-то песни на музыку из фестиваля Сан-Ремо, потому что постоянно показывали Сан-Ремо, это было дико популярно. Такое окно в европейскую эстраду. Было дикое количество по всей Москве разных переделок итальянских песен. Но самую чудовищную переделку я сейчас попытаюсь исполнить, потому что когда я был в военных лагерях, это как раз 80-е годы, там вообще много было чудовищного. Но большего несоответствия формы и содержания, чем итальянская эстрада и песня на тему военных лагерей, я придумать не могу. Значит, была такая песня «Феличита», которую все знают. Значит, полагалось эту песню не просто исполнять, а исполнять в виде марша во время вечернего развода. Значит, при этом я учился в МИСИ, поэтому там строительная тематика. И при этом это было уже после занятий, то есть занятия в институте закончились, были военные сборы. Поэтому там был призыв вспомнить какую-то информацию с занятий военной кафедры. Давайте в до-мажоре попробуем не быстро. Это марш. Перечитай,
конспекты военные полузабытые перечитай. Как создавать блиндажи и укрытия перечитай. Как заряжать, чтоб лежали убитые, перечитай, перечитай, перечитай. Снова подъем по тревоге, и снова стучат сапоги по дороге. Будет все та высота и феличита. Гордо по свету неси славное звание курсанта МИСИ. Будет нелегким твой путь, стройбат не забудь. Вот такая была вещь красивая. Спасибо. Александр Гуревич. Борь, да. А вся страна пела «Перечитай малую землю и возрождение, перечитай». Вся страна пела. Я напомню просто тем, кто не знает, «Малая земля» написал. И «Возрождение» — это книги Леонида Ильича Брежнева, за которые он тоже получил Ленинскую премию. Я прошу, Мурат, у тебя есть по существу итало-диско. Она же испано-диско, она же русско-диско. Я прошу тебя, возьми микрофончик. Танцуют все, Вова. Называется «Мальчик едет». Куда? Дайте микрофон республике. Слова очень простые. Женя, мальчик танцует. Хочет... Мальчик хочет... Танцуют все. Давайте. Итальянская песня с испанским оттенком. Настоящая итальянская песня. Чикочитамбо, ты знаешь чики-чики-чики-чики-та. Мачикочитамбо, ты знаешь чики-чики-чики-чики-та. Но не летят тут из Ивана сам, молодые едут наши поезда. Но не летят тут из Ивана сам, молодые едут наши поезда. Лампада! У берега моря ты смотрела на старый причал. Ты встречала какой-то мальчишка, а ветер вдруг твой прокричал. Ветер сразу унес парень, сел на песок и заплакал по-детски, а ты подбежала к нему, села рядом у ног и сказала, не надо воды. Подбежала к нему, села рядом у ног и сказал, шабаем! Мачикочитамбо, легкая чики-чики-чики-чики-та. Мачикочитамбо, ты знаешь чики-чики-чики-чики-та. Но не летят тут и сегодня сам, молодые не едут даже поезда. Чикочитамбо, ты знаешь чики-чики-чики-чики-та. Мачикочитамбо, люкеры чики-чики-чики-чики-та. Ведь не летят тут и сегодня сам, молодые не едут даже поезда. Но не летят тут и сегодня сам, молодые не едут даже поезда. Браво! Браво! Спасибо, ребята! Еще не вечер. Песня Раймонда Палса на стихи Ильи Резника. Вы слышите эту песню в исполнении Лаймы Вайкуле. Она же и была первой исполнительницей. Песня «Еще не вечер» написана в 1986 году. 86 год – это год, когда началось такое активное сотрудничество Резника, Ильи Резника, поэта, и Раймонда Палса. Палс отдавал и отдает большое такое уважение чутью Ильи на шлягеры. Потому что он говорил, я играл там 8-10 мелодий, он говорил, нет, вот эти 8 не годятся, а вот это одна подходящая. В 86 году состоялся первый концерт Лаймы Вайкули, которая до этого в концертах не выступала. В 1986 году старейшей жительнице Германии исполнилось 108 лет. Но это не предел, девочки. Живите долго, может быть, доживете до 128. Ее звали Эмма Вагнер, я забыла сказать. Важно. Да, а во Франции тем временем одна из газет опубликовала сообщение о решении парижского муниципалитета разобрать Эйфелеву башню. Газета, правда, вышла 1 апреля. Ну, вы знаете, мало кто заметил, что это 1 апреля, начались волнения, потому что там было написано, что башню разрежут на части и отправят в американский Диснейленд. И все в это поверили, естественно. Ну, а в Германии, а в Англии тем временем выращен помидор весом в 3,5 килограмма. И это был год 1986 в нашей программе «Жизнь прекрасна». Песню «Еще не вечер» представляет Елена Кухарская. Подожди.
Никому у вас. Елена Кукарская. Ради, спасибо, что только мне. Спасибо. Ты серьезно? Абсолютно. Ты серьезно? Абсолютно, абсолютно. Лен, все. Мы договорились. Отпускай. Желание загадывайте, так, кстати. Так легко. Я загадал желание, я между двумя Ленами стою. На один вечер она обещала меня отпустить. Лена. Я готова. Это серьезно. Извините все сразу. Программа окончена. Спасибо. Елена Кукарская. Говорим о песне Раймонда Паулсона, стихи Ильи Резника «Еще не вечер», 1986 год. Эй, я хотел спросить вас, поскольку, ребят, культура древняя тайская, она нам объяснит лучше все-таки. Вы знаете, опять о вечерах, я хочу сказать, вы очень удивитесь, но вам крупно повезло, живущим в Европе, потому что понятия вечера, например, в Юго-Восточной Азии нет. Там солнце садится круглый год в 6 часов вечера и садится буквально в течение 4-5 минут. Да. Поэтому очень сложно поймать вот этот вечер. И люди даже так ценят эти минуты, что вот живущие там на берегах Меконга строят специально беседки, чтобы эти 4 минуты проводить закат. И никто их не сносит, даже иностранцы уже приучились приходить и вот ловить вот эти самые минуты. Раз, потому что они очень короткие. И понятие вечер, даже вот выражение «еще не вечер», нельзя сказать так. Люди, а есть вообще слово «вечер» в тайском языке? Само нет, по себе, нет, есть вот типа «сумерек» или сразу уже «ночь». Но вот «вечер», вот «гулять вечером» — это непонятно. Спасибо. Да. Спасибо, Эс, большое. Вот все-таки много узнаешь. Коль, ничего не скажешь ты по этому поводу? Ничего по поводу всяких там каких-нибудь ощущений вечера, ночи? Как тренируется вечером? Лучше, чем утром? Вечером, на самом деле, замечательно тренируется, а тем более, что в последнее время в биатлоне вообще стало популярно, знаете, такие вечерние гонки проводить. То есть, на самом деле, не все вот могут себе представить, да, вечером, представляете, ночь полная, и тут спортсмены выходят на старт. То есть, сейчас придумали, ставят какие-то, не знаю, гелевые шары какие-то, да, которые стоят безумных денег просто, и освещается буквально половина леса.
Вот, и запускают такие самые смотрибельные, что ли, да, соревнования. Это немецкий этап Кубка мира, куда приходит порядка, не знаю, 60 тысяч, 70 тысяч зрителей. То есть получается, что вот так вот в ночи где-то, да, стоят эти шары, бегут спортсмены, и просто живой коридор вот так по всей трассе. Безумно популярно, и в последнее время, по-моему, это приобретает все больше и больше и больше интереса у немецких, и я думаю, что и у российских болельщиков. Спасибо. Лев, покажи, как играет Паулс. Да, вот как Паулс играет. Ты же знаешь, как Паулс играет. Он все время разминает правую руку. Вернемся к Лайме Вайку. Леон Аганесян. Леон Аганесян. Предлагаю спеть песню «Верни, Саш». Полина. Ну, а «Верни, Саш» — это же простая песня. Хоровая. Практически строевая песня. Мурат, можешь? Только входите к нам сюда. Идите поближе, ребят. Наверное, Саша, как-то раз случайно встретила я вас. Но вы вдвоем были со мною. Взор еще прекрасней ваш, но вы вдвоем, вы не со мною. Но вы на моей путной ду, на дню я боя жду. Но вы вдвоем, вы не со мною. И я себя на том ловлю, что вас почти уже люблю. Но вы вдвоем, вы не со мной. Ах, верни, Саша, верни, Саш. Какой запрет, какой. Ребята, мне удалось потанцевать наконец сейс, и я понял, что жизнь прекрасна. И вновь продолжается бой. Песня Александра Пахмутова на стихи Николая Добронравова. Вы слышите эту песню в исполнении Льва Лещенко. Песня «И вновь продолжается бой» родилась в 1975 году. Ну, должен вам сказать, что и с этой песней все было не так хорошо, потому что там такая партия барабанов. Ударь в барабаны так резко, по-роковому. Можешь ударить? По-роковому, да. О, молодец. Вот там была партия барабанов, и худсовет сказал: «Не, ребята, с такими барабанами песню Ленин всегда молодой нельзя». Поэтому, если кто думает, что вот эти песни, вроде бы такие партийные, которые пели потом на всех комсомольских съездах, на всех собраниях, проходили легко, тоже сильно ошибаются. Но эту песню
эту песню приняли. Лёва тогда был в расцвете сил. Он из театра оперетты. Это видно. Да, из театра оперетты пришел на всесоюзное радио солистом. Замечательно. Мы с ним учились в институте. Все примазываются. Я с ним тоже учился в институте. Мы... Винокур был младше меня, он был старше меня. Ходил в белом костюме. Ходил в костюме. Всегда важный, Лёвка был всегда очень. Зарабатывал, потому что деньги в концерт. Да? В 1975 году впервые сфотографирована поверхность планеты Венера. А во Владивостоке состоялся первый всесоюзный фестиваль телевизионных фильмов под девизом «Наш советский образ жизни». Ну, не надо иронизировать. Тогда мы жили в стране, где открыли новую историческую общность, советский народ. Нам всем казалось, что все будет очень хорошо. Только зарплаты маленькие были. Не важно, все было очень хорошо. Очень. Фестиваль, все изменилось, фестиваль в Владивостоке остался. Это теперь фестиваль, международный фестиваль, Тихоокеанский международный кинофестиваль. И кино там показывают по-прежнему. Да. В 1975 году в немецком городе Штутгарте введено обязательное измерение содержания окиси углерода в автомобильных выбросах. Вот это начался кошмар, который преследует автомобилистов до сих пор. Не такой выхлоп, не такой движок. Европейский стандарт, не европейский. Вот тогда, 75-го года, это мучительство и началось по существу. Поэтому Михаил Фимич ездит на коне, на белом. Да. Я на метле обычно. На метле. Я прилетаю, вы что? Это был год 1975-й в нашей программе «Жизнь прекрасна». Песню «И вновь продолжается бой» представляет Максим Покровский. Кто знает, может подпевать сразу. Давай. В жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Во все концы, вы поверьте нам, отцы, будут новые победы, станут новые бойцы. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. Ребята, в этой жизни только справны по пути. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Тревожно в груди. Всей планеты наш всемирный стройотряд. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. Yeah.
Ленин. Максим Покровский. Теперь, ребят, Макс, знаешь, я когда пел, я подумал вот о чем. На самом деле музыка потрясающая, безусловно. Если бы ты пел на немецком языке, и мы не знали вообще обстоятельств жизни, песня бы потрясала до сих пор, или там на английском, или на французском. Так, мужики, встаньте-ка, Саша, иди сюда, Вова. Да, иди там. Дайте ребятам микрофоны. Так, я отхожу. Дайте, ребят. Нет, ты тоже иди сюда. Дайте микрофоны. Три. Ой. Дайте. Ты знаешь, спойте мне, пожалуйста, вчетвером только припевчик. Вот. И вновь продолжается бой. Мы можем и запевчик спеть. Спойте запевчик последнего куплета. В мире зной и снегопад. В мире зной и снегопад. В мире зной и снегопад. В мире ветер и покат. С нами юность и планеты. Понятно? Вот так мы и пели, ребята. Спасибо. Умницы. Присаживайтесь. Пахмутова создала такой песенный мир целый, прекрасный. И, естественно, были правила игры, и какие-то песни писали, в какие-то песни писались в какие-то тексты. Но музыка совершенно фантастическая, если говорить серьезно. Выдающиеся. Я хочу, чтобы мы все спели уже абсолютно антипартийную, простую, для всех понятную и очень важную для каждого русского человека песню, которая называется «Надежда». Потому что надежда, как известно, умирает последней. Да. Ну, как вот, песня... Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома, снова между нами города, звездные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на ней света нам пути, ждут за мной словатые сюжеты. Мой компас земной, а удача награда за смелость. Объясни, довольно одной, что только о доме в ней пелось. Ты поверишь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб пороном жизни получать радости скупые телеграммы. А надежда, мой компас земной, а удача — награда за смелость. Объясни довольно одной, что только о доме не пелось. Молодцы! Спасибо большое! Ура надежде! Знаете, мы вспоминали Пахмутову, вспоминали разные этапы нашей жизни, истории. Вообще не надо ничего вычеркивать из жизни. Надо ко всему относиться, так или иначе, с юмором, иногда с жесткой, может быть, критикой. Но ничего не надо вычеркивать. Надо понимать, что это наша жизнь, не жизнь какой-то другой страны, каких-то других людей. Постарайтесь немножко снисходительно, может быть, отнестись к заблуждениям своих предшественников и почувствуйте, что вы живете в стране, у которой есть огромная история. И всегда надейтесь. Надейтесь на то, что мы будем жить лучше, вам будет лучше на душе, потому что жизнь на самом деле прекрасна.
«Уехал цирк» – песня Владимира Быстрякова на стихи Вадима Левина. Первый исполнитель – Валерий Леонтьев. Песня «Куда уехал цирк» Валерий Леонтьев впервые записал в 1982 году. Вы поймите, что советский цирк был, наверное, лучше все-таки цирка в мире. Я думаю, что российский цирк один из лучших, а советский был точно лучше, великим искусством, с прекрасными мастерами. Но про цирк есть одна история, связанная с Юрием Карловичем Олешей. Я позволю себе очень коротко рассказать. Знаете, была такая, существует форма заявки. Человек пишет заявку на какое-то кино. И вот, когда нет денег, люди пишут обычно заявку, раньше писали, сейчас все по-другому. Приносили, читали заявку и выписывали 25% аванса. И Юрий Карлович Олеша написал заявку на мультипликационный фильм о цирке. Ну, заявка была такая. Значит, цирк, фокусник выходит и говорит, что он просит из публики мальчика маленького, ну, какого-нибудь мальчика маленького сюда. Приходит маленький мальчик, фокусник взмахивает руками, и мальчик исчезает. Главный редактор «Союз мультфильма», это был 1938 год, прочел и сказал, а, собственно, куда мальчик-то исчезает? Олеж, ну, знаете, если бы я знал, куда исчезает мальчик, я бы не писал заявки для вашей, слова пропускаю, киностудии. Ему выписали 25% сразу. Вот куда исчезает цирк, никогда не известно. В 1982 году папа римский Иоанн Павел II прибыл с визитом в Великобританию. Он стал первым папой за 450 лет, который совершил такой визит. Ну, понятно. Дело в том, что когда в Великобритании был король Генрих VIII, для того, чтобы жениться на очередной жене, он вынужден был прервать отношения с Ватиканом, потому что Ватикан не давал разрешения ему на очередную женитьбу. И тогда была создана англиканская церковь, во главе которой всегда находится король или королева Великобритании. И поэтому никакие папы больше с тех пор, это было понятно, я скажу, в 16 веке, больше вот с 16 века папы не ездили, потому что это была не их территория, и Англия не платила им церковные десятины, что очень важно. Я могу долго на эту тему рассуждать, но вот впервые Иоанн Павел II приехал к ним. В 1982 году американский журнал Time объявил человеком года компьютер. Неожиданно, согласитесь. Ленк, это еще только начало. В книгу рекордов Гиннесса занесен очередной рекорд. Выращен лимон весом в 3 килограмма 88 граммов. Это подвигло Виктора Рыбина написать потом песню под названием «Страна лимонии», как известно. Это был год 1982. В нашей программе «Жизнь прекрасна» песню «Куда уехал цирк» представляет прекрасный Олег Михайлов. Наш клавишник и аранжировщик Олег. Вчера, и ветер не успел со стен сорвать афиши, но больше не горят его прожектора. Под куполом оркестр его не слышен, но больше не горят его прожектора. Под куполом оркестр его не слышен. Куда ушли слоны, в какие города? Погонщики ведут ученого верблюда. Куда уехал цирк? Уехал он туда, где кто-то сказку съел и верит чудо. Куда уехал цирк, уехал он туда, где кто-то сказку ждет и верит.
своих усталых змей, куда факир несет бумажных голубей, куда уносит ветер, туда под Новый год уходит старый год, туда на карусели едут дети, туда под Новый год уходит старый год, туда на карусели едут дети. Там музыка гремит сегодня, как вчера, и вновь наполнен зал, и зрители все те же. Кружится карусель, горят прожектора, и чудеса держатся на манеже. Кружится карусель, держаться на манеже. Олег, поднимись. Олег Михайлов. А меняется рокировка, рокировка. Оказывается, Аганезов на клавишах тоже может играть. Спасибо, спасибо, Лёва, спасибо, Олег, большое. Напомним, что, ну, ребят... Мы готовы на все. Вот сейчас все и начнется, ребят. Мы не... Танцуем все сейчас. Значит, я напомню только, Лен, напомню. Да, мы говорим про песню «Куда уехал цирк». Песню, которую написал Владимир Востряков на стихи Вадима Левина. Борь, про цирк расскажи. Ты же знаешь. Нет, но... Мне что? Нравится второй куплет. «Куда ушли слоны?» Это отдельный вопрос. Страшная история, куда ушли слоны. Не, ну для всех цирк это такое удивительное детство и праздник. И эта песня точно попала в какое-то вот в это место, поэтому она была любима. И действительно, для всех цирк это детство, радость, веселье, клоуны. Ну, тогда, ребят, ну и оставшиеся слоны. Было несколько цирковых песен, было еще песни про ярмарки, где циркачи выступали. Польская песня, помнишь, была такая? Это ярмарки краски. Это ярмарки, дайте текст какой-то, ребят. Да. Дайте нам, текст, быстренько текст. Значит, ребят, я условие простое. Танцуют все, поют по возможности тоже все. Простая песня, ну. Кто? Оглянуться, кто не вправе, вспомни словно свой сон. Что нашел, а что оставил, что запомнил он. Время мчится, словно праздник. На горячем коне, но сегодня мой избранник, отшумевший звонкий праздник, вспоминается мне. Гадание цыганки, медовый пряник.
ребят, присаж, уже хорошо, присаж. Это только репетиция была. Это только репетиция была главного. Лен. Лен, ну песня про цирк, понимаешь? Про ярмарки было. Ага. Про цирк. Можешь спеть песню? Ой, страшное дело. Орликина, можешь спеть? Ну, с вашей помощью, дорогие гости, дорогие зрители, конечно. С помощью Марки, всей нашей. Слова Гуревич, только, Гуревич, слова. Помоги девушке. Поет... Ой. Орликина, видно, неплохой, да? Спасибо. Леночка, спасибо большое, спасибо, спасибо. Ребят, ну, мы должны ответить девушке, да, иди сюда. Ну, иди сюда. Мальчик, Мурат, иди сюда, ну, иди. Мальчик, почему? А оставь микрофончик, оставь. Так, потанцуй, что идите, ребята, иди. Ты так танцевал хорошо, сделай нам степ какой-нибудь, простой степ, такой простой, примитивненький, ребята. Дадим тебе, как Lord of the Dance, знаешь? Для Лены Кукарской специально. Ну-ка. Молодцы.
чуть больше. Молодцы, умницы. Хорошо, поют. Теперь девочки сюда подсоединяются. Девочки, идите сюда. Не-не-не, мальчики остаются. Но мальчики иди сюда. Остаются. Все ну, мальчики остаются, я девочки идут, берут микрофоны. А надо? Идем, конечно, идем. Идите сюда. Ребят, идите сюда. Сейчас, чтобы, Боря, эту песню не задушишь, не убьешь. Эйс идет с нами, Макс тоже с нами. Идите сюда, микрофончики возьмите. Так, секундочку, на, держи. Ребят, ну если мы пели песню про цирк, самый великий советский фильм про цирк, так. Он так и назывался «Цирк», музыка Дунаевского, песня известна, «Колыбельную днем воскресенья» мы петь не будем. Короче, будем... «Широка страна моя родная». Ну, простая песня. Поскольку мы сегодня долго, такой взяли долго, исторический путает срез... Всех. Долго путаете всех. Ничего, я не путаю. Просто повеселее только, ребят. Ноги вперед, поближе. Чуть-чуть, ребят, побыстрее. Сначала. Широка страна моя родная, колыбель сон поленье. Я другой такой страны не знаю, где такой на лыжи человек. Ребят, я могу сказать только одно. Если бы цирк нашей жизни и вообще цирк заканчивался бы такими песнями, то мы бы надеялись и знали, что жизнь прекрасна. Прекрасно. Но у вас есть всегда отличный шанс, если вдруг вы забудете о том, что это так, включить телевизор в это же время. Вы увидите нас в этой же студии, говорящих вам жизнь прекрасна. Этот закон давно известен, интересен мир без песен. Но если народу идет с утра, надо, чтоб люди точно знали, нет оснований для печали. Завтра же будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй жизни хоть раз. Не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Забыть, что миновало, все потерять, что миг пропало, все, что уже обратно не вернешь. Только туда и нет обратно, то, что сейчас невероятно, завтра с утра опять произойдет. Проснись и пой, попробуй жить не хоть раз, не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он
засыпая мой во сне праздничный твой. Мы встретимся с вами через неделю на нашем канале, посмотрим друг на друга и скажем: жизнь прекрасна. Пускай капризный успех, вот выбираем эксперт, кто может даже посмеяться над собой. Ой, засыпая твой во сне праздничный твой. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы были с нами вместе эти два часа. Спасибо, спасибо вам. Жизнь прекрасна. Спасибо всем, ребят. Спасибо.